Всем привет, друзья, с вами сегодня, как всегда, Олег Кофе, и добро пожаловать в Among Us. Винька, у нас не было новых ролей, поэтому встречайтесь. Сегодня у нас новая роль — монстр-кошмарик Навизор. Вроде как он связан с вселенной Among Us как-то косвенно, а может быть и нет. Кто знает, напишите, пожалуйста, в комментарии. Но в любом случае, мод очень крутой и очень эксклюзивный. Способностей у нашего безглазого монстра очень много. Мы можем трансформироваться в него, когда захотим. Можем становиться невидимкой, а также пускать свою армию клонов, которые разлетаются по сторонам. Нами убивает всех на своем пути. А также он может преследовать цель, пока не съест ее. В общем, монстр очень крутой. Ребят, давайте соберем на этом ролике 30 тысяч лайков, так как моды в последнее время очень тяжело находить. И этот мод не исключение. Поэтому буду надеяться на вашу поддержку. Все, ребят, всем же приятного просмотра и приятного аппетита. Ну а мы начинаем. Погнали! Так, ребят, у нас новая роль. У нас какой-то, в общем, монстр, которого зовут Навизор. Вот, в общем, это какой-то чел, какой-то персонаж из Among Us, который будет нас сегодня пугать и который будет нас сегодня хавать. Он реально страшный, он может нас пугать, он может сделать с нами абсолютно все, что угодно. Вот, так что посмотрим, что из этого сегодня выйдет у нас. Ну, а мы пока что выполняем задание. Чё-то мне не нравится, что мы стоим на самом деле в толпе. Кто у нас тут? Тата, Снат, Аси. И вырубается, конечно же, свет. И я сейчас первый, как всегда, умираю. Спорим, по-любому же, да? Так, я починил свет. Чупикс тут стоит. Надеюсь, все в порядке. Надеюсь, никто не умер. Надеюсь, все живы, целы, здоровы. Так, Чубикс, Фрип, Аси, Литпут. Ну, вроде все живы. А, ну хотя там еще половина игроков где-то. Так, а то дверька у нас-то закрыта, смотри. Ну, у нас только один предатель. То есть у нас, ну, один монстр, один предатель. Как-то так, вот. Поэтому, по идее, нам можно будет легко выкинуть его. Только вот я не знаю просто, какие способности есть у него. Мы давно не запускали моды с такими вот прям одиночными ролями. Ай, саботаж, пошел как не вовремя-то, а? Так, все, здесь мы задание выполнили, поднимаемся наверх, саботажек там починили, трупов, кстати, да трупов что-то как-то и не нахожу. О, вы видели это? Вы видели это? Эй, погоди, стоять! Мимо меня пролетела сейчас бандура какая-то, это что такое было? Просто я стою, задание выполняю, мимо меня огромный такой серый призрак пролетел. Смотрите, короче, это не голландский и не Фрип. Вы вместе были сейчас, правильно? Втроем. Да, мы втроем. Супер. Были. Тогда остается Олег, я, Ураган и Тата. Я сейчас был в правой части корабля у этого, у навигации. Я только что заходил в этот... Подожди, а он с какой стороны летел? А с оружейной вниз пролетал. Оружейная это где? Справа вверху. Это один момент... Я не там был, я на свете стою. Я могу... Нет, Тату, да, он убежал, я тоже чекнул. Типа я выбегаю, закрываются двери в главной штуке. И все. И по факту я лично. А погоди, стой, тогда такой вопрос, когда я просто не знаю, как это работает, когда ты вот Ася рассказывал, то, что типа, когда он выбирает цель, да, которую он преследует, он после этого, призрак после убийства, улетает или не улетает? Ну, он на том же месте, как убил, он остается там же. Блин, тогда не знаю. Я Ураган вообще за эту катку вообще не видел. Честно. Я тоже, кстати. Я кстати, тоже. Я стоял какое-то время на камерах после первого саботажа. Потом я побежал направо, починил нижнего 2, выбежал, и сейчас я в столовке, все. Типа, если прям с самого начала рассказывать, я задание, типа, выполнял справа, у меня не было никаких листочков, я побежал, прицельчик сделал, потом мячик, скачал файлы, пошел, встал на камеры, после этого врубается саботаж, точнее, так, ну... починили. Подожди, нижнего 2, он говорит, Ася, он говорит, нижнего 2 починил. Ой, не, я, по-моему, карточку выполнял, когда саботаж был. Верхний починил. Тата видел, как я туда бежал. Так, смотри, хорошо, а если просто мы рассмотрим, такой вариант, если... Ася, ты точно уверен, что Фрип по-голландски точно мирный, да тоже мирный? 100%. Тогда мы можем просто сейчас по КД в каждом раунде выгонять по одному, и таким образом выиграем, и все. Иначе просто... Ураган максимально подошел. Что, Фрип, что? Я когда выбегал из электро, я задание сделал. Там внизу были Олег с Чупиксом, блядь. И я забегаю, там резко дверь закрывается, потом они вдвоем исчезают. Потом они вдвоем исчезли, типа, Чупикс умер. Не-не-не, я потом направо убежал, Ну не-не-не-не-не-не, я не могу быть им. 100%. Выиграли мы, Ураган запутался в показаниях. Либо он хорошо придумал. О, ну все, все. У меня было все, сука, 100% алиби, блядь.
Let's go! Наконец-то! Наконец-то! Так. Сейчас мы посмотрим. Эх, надо, самое главное, конечно же, не спалиться. Что у нас есть? У нас есть трансформ, у нас есть инвизибл, у нас есть хаунт, есть сплит, да? Понимаю. Сейчас мы что-нибудь придумаем обязательно. Сейчас мы что-нибудь постараемся сделать. Так, давайте, может, саботажа куда-нибудь. Во! Реально, в натуре придумал реактор. Погнали. Я, походу, знаю, что нам нужно сделать. Сейчас мы сделаем... Так, тут у нас щупикс, там у нас хорошо. Все, понял, сейчас мы... Блин, я думал, побольше людей придет. Так-то мы могли... Ну, нормально, нет, так-то, слушай. Так-то нормально. Блин, там щупикс бежит за мной. Литпут у нас тут бегает. Щупикс! Куда это мы идем? Щупикс! Давайте, все, инвизибл, становимся инвизибл. И надо кого-нибудь. Давайте мы что сделаем? Мы сделаем сейчас вот так вот. Опа! Ой-о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 й
А он... А, да? Смотрите, я понял. Это минус Литкут и минус Фрип. Это не я, я вам клянусь. Вот я, бля, вы можете меня кикнуть, но это не я. Я вам, блядью, буду. Тасик, правда, что? Мне понравился Тасик. Объясняю, Тато. Я не знаю. Внимательно ты был, нету, к тебе Чупик забегал. Разве? Ну я не да, знаю, что это Чупикс. Просто я сделал скачку 15. Файлов, потом побежал 15. Карту хуйну. Знат, когда вкидывает, он это зон, бля, это знат. Потому что я пошел направо, Чупикс пошел вниз, а там Тату на перекачке. Я могу станцевать в медпункте. А чё, да, чё в Чупикс-то проголосовали? Потому что Знат вкидывает, Знат и кикайте следующим сразу. Ну ладно, окей. Так, ребят, ну тут игра разворачивается реально очень даже хорошо, вы сами видите, как бы, да, я, мое дело только подтолкнуть, понимаете, людей на конфликт и все, а там уже, ну, дело за остальными, понимаете, так что нормально. Так, погнали сейчас куда-нибудь вправо, давайте пока не будем трансформироваться, потому что кнопка килла у нас еще не перезарядилась. Давайте будем просто стоять пока что здесь, типа, мы просто... Какой ты, сука, знат, ёб твою мать! Подожди, он прям ко мне бежал, сука! Я мирный, алё, подожди, не голосуйте! Я же объясняю, Тата, просто ты не видел Чупикса, который пошел вниз. Я и подумал, что ты не заметил, значит, это Чупикс, а Чупикс молчит при этом. Нет, Чупикс заведовал нам кикнуть тебя. Хорошо, кикнем еще кого-то, это советовал. Заведовал. Давай подумаем, у нас две минуты. Надо думать, у тебя единственный голос уже остался, давай. Да блин, это за меня. Давай, давай. Знаю, ты сам себе сказал, давай подумаем. В себя голосовать или в себя? Не, ну вы забываете просто. Нас просто останется, если что, либо Тату, либо Олег, потому что Литкут и Фрип были слева у меня. Ну, то же самое могу сказать и про себя. Тату по эмоционалу обелился. Я отвечаю, это не я. Так, ребята, вот сейчас что-то надо делать, понимаете? Сейчас что-то очень срочно надо делать. Давайте сейчас сделаем реактор. Давайте, делаем реактор, я знаю, что мы сейчас делаем. Сейчас мы превращаемся, заходим в инвиз и делаем сейчас... Сплит! Погнали! Найс! Надо еще вот так вот сделать. Ой, хорошо! У-ху! Сука! Нахуй ты сказал, что он был с тобой, блин. Я не говорил про Олега, то что он... Ты сказал, Олег и Фрип, говорит, со мной, говорит, слева. Не, он не говорил, он Литпут сказал. Да. Не, ну мне понравилось, как... Тата, это Аси, это знат. Да. Опа! Вот это я понимаю! Это знат 51. Я видел, как у него бровь дергается. У него бровь дергалась. Это не бровь знат, это горло. Что еще за звуки были такие? Сексуальные. Олег, не выпал наконец-то? Не совсем. А? Нет. Ну мы пятером стояли на кнопке, ты один убежал. Ну я задание пошел делать, что мне еще делать? Нет, так а что мне еще делать за мирного-то? Задание, все правильно. Ну вот, я и стою, делаю задание. Так, я не понимаю, что это, блин, начинается такое-то, а? Реально, что это, блин, такое начинается? А ну-ка все разбежались и выполняем задание, я не предатель, блин. Вот начинается, каждый раз вот такое происходит, когда мне не падает предатель, понимаете, да? Погнали, сейчас починим, я не хочу, я специально сейчас никого не буду убивать, чтобы тянуть максимальное время, чтобы мне реально доверяли, понимаете? Фига, не буду я никого убивать, я мирный игрок, ничего не знаю. Все нормально, все хорошо, все, я побежал дальше, я побежал наверх, просто выполнять дальше свои задания.
типа, и все. Я мог хоть сейчас выиграть эту катку, понимаете? Но я этого делать не буду, потому что я все-таки, ну, хочу дать ребятам поиграть, понимаете, как бы, да. Так, здесь мы типа задание выполнили на камерах. Там у нас кто-то стоит здесь давать. А где все вообще бегают? Я не пойму. А где, блин, все вообще бегают? На камерах там, да по-любому на камерах дофига людей стоит. А давайте сейчас выключим свет. Здесь мы типа задание. Нет, ну вы что, прикалываетесь, реально? Почему один я бегаю, выполняю задание? Почему один я? Голландский, здорово, Литпут. Так, здесь кто-нибудь есть? Здесь никого. Надо, все хорошо, отлично. Ураган, Чупик, все живы, целы, здоровы. Удивительно, да? Просто удивительно, вообще, согласитесь. Да интересно, почему же все живы это ходят, а? Ураган, голландский. Кстати, можно сделать так-то одну фишку по приколу. Знаете, что можно сделать? Можно трансформироваться. Нажать вот здесь вот на сплит. Ну-ка, в невидимку зайти, если... Опа! Опа! Да свидули! А что не... А как не задело-то? А как не задело? Чё, ты выжил, ураган? Ты выжил? Что у вас случилось? Меня вот так вот двое. Я забежал в медицину, там призраки. А чё случилось у вас? Так, мне кажется, это фрип. Блядь, либо кофе, либо я забежал в медицину. Я сейчас стоял справа снизу, там, где обычно саботаж на связи чинится, выполнял там задание. Я в столовке побежал в медицину, на этом два задания. А какое? А, конечно же, файл. Какие там еще могут быть задания? Ну, вдруг там какие-то свои. Там вдруг новые... Блин, а вот название папок я не помню, пацаны, зря. Папок? Папок. А мамок? И бабок. Бабок. Только бабок помню. Let's go. Ну ладно, какие названия? Let's go! Там download, что-то там вот это... Ну смотрите, под камерой стоял голландский и Литпут. Литпут вообще где-то справа был. Призраки были со стороны камеры, я только забежал в медицину, там еще призраки были. Кофе, Чупик, фрип. А ты через люк же забежал в медицину, правильно? Чупик, а где ты труп зарепортил? Я на столе зарепортил. Да, он... Фрип. Ты когда из люка вылез, уже были призраки в медицине? Я не вылезал из люка, блядь. Я сначала в столовую, я там провода сделал. Потом я после проводов побежал в медицину, там было два призрака. Короче, я голосую. Я в фрипа. Короче, да, это фрип, мне кажется. Я, кстати, не во фрипа проголосовал, на всякий случай скажу. А в кого? А вот не буду говорить, у меня другой человек под подозрением. У него есть на голове сыр? Сам себя он проголосовал. Нет, это не я голосовал. Гений. Так, ладно, все, собрались, все, вот теперь нам надо выиграть. Вы видите, что слишком много подозрений сейчас будет на меня, я и так вам дал шанс, понимаете, да? Как бы победить, но все. Просто отбегаем сейчас, давайте мы сейчас как сделаем? Мы сейчас все сделаем по красоте, понимаете, да? Мы трансформируемся, становимся невидимыми. А че никто не чинит саботаж? А что такое? Тогда мы делаем вот так вот сейчас. Опа! Опа! А куда это мы пошли? Голландский! Опа! Нормально я голландский перед тобой? Нет, перед тобой появился в последнюю секунду за обычного чувачка. Так, кто это у нас снова-то предатель? Кто это снова на визор-то? Конечно же я. Так, давайте, знаете, что мы делаем? Мы сейчас вырубаем свет и делаем еще просто максимально грамотно. Трансформируемся, выходим в инвиз. И давайте захаунтим кого-нибудь. Давайте, например, давайте Чупикса. Опа! Бум! Сплетил! Где зарепортил? Я труп нашел. Это не ураган. Подожди, это, да, это минус знат. Ну это знат по-любому. Мы сейчас... Не-не-не-не. Мне нравится. Это минус знат, это знат по-любому. Я видел только никого. Ну, это плохо. Я урагана видел в темноте, значит. Я на свету был. Ну, тогда что? Почему я у света, у меня снизу написано кафетерия? Скип. Это на задание еще делать и делать. А потому что мы сейчас все находимся, в кафетерии сейчас. А это подозрительно. Мы же все у стола это сейчас. Подозрительно. А не намекает ли нам игра, что это... Не, ну, кстати, было бы круто, если такие намеки были бы, но, к сожалению, нет. Прикинь, реально стоишь такой на голосовании, там, урагане. Знаешь, там, знать я, Чупиксия. Нет, а там, знаешь, такой полоской бегущей, типа, да, в таком-то городе прошел ураган. Да. Такие наводящие чисто факты такие идут. Блин, ну это, кстати, прикольно было бы. Это было бы реально классно. Так, что, спидран делаем или не делаем, ребят? Ладно, не будем делать. Давайте или делаем, или как. Я вот просто не понимаю. Свет-то нам в любом случае нужно починить. У-ху! Голландский!
Ой, вот голландского мы сейчас убьем. А куда голландский? Бум! Ой. Ой-ой-ой-ой-ой! В столовую так отъезжает. А чё так много летит? А где все? Где около кнопки в столовой лежит? А где все так умерли быстро? Может там лежать, алё. Он там лежит, блядь, под столом, внизу. Как, если призраков пустили выбегаешь? В этой свету? Призраки были в этом, блядь, в коридоре, около админки, типа, и... Ты кого знать уже втопил? На свете. Я скипнул, нахера кого-то топить? Там гал под столом лежал. Выпускай, он мне как раз тут нужен. Хорош! А вот это все было красиво. Там под столом еще тебе никто не нужен. Я не знаю, вы так на слова анонисты реагируете. Так, ладно, не, пора, мне кажется, ребята, заканчивать все это дело. Опа! А ну погнали! Знатик! 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 А что такое, что такое, что такое, Литпут? Никак, никак. Ой, зря мы сюда забежали, Литпут. Ой, как зря. А саботажик-то мы теперь никак не починим. Ты же это понимаешь, да? Ты же это понимаешь. Так, ну давайте трансформируемся, наверное, да, или что? Нам надо трансформироваться. Давайте мы сейчас Литпута... Не, давайте Фрипка. О, вот так вот мы делаем. Вот так вот мы... Найс! Да ладно!